Это мне в ромбик, получается, да, надо сейчас? У меня это осколки кончились. Выходите и деритесь, ничтожество! Не достаю. Слишком много. Не могу использовать эту способность. Своя жизнь принадлежит мне. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Ну что, мы вместе встали все, да? Делить. Тагариус 5 стаков, не меняйтесь, танки. Давай, беги, беги.
Нормально. Добиваем. Почти. Твоя жизнь принадлежит мне. Я пока не могу использовать. Сейчас добиваем, сколько бы стаков не было. Кто освободился, бегите. Слышно? Да. Два станка перейти. Не получится. Раз. Убить. Его очень мало. Хорошенько. Ну, я другой выбрать не буду. Опа. Ясно.
В смысле? ГП мне закинься. Да. У-ху! Можно другую шмотку кидывать. Как бы случайно не распылить. Вот это ноги. На распыл. Все. А турбоёж вообще с нами как бы пришел? Я вот, кстати, хочу выделить. Я не помню, когда в последний раз я видел настолько сплоченную, ну, так скажем, десятку из тех ребят, которые были в той гильдии. Вы до сих пор здесь и до сих пор играете. Это прям для меня вау. Чего, бля? Я ж присоединилась. Кто понял тут вчера? Те, кто у меня свет отключили? Да нет, ну типа сегодня, в завтрашний день смотреть может не только лишь все. Понимаешь, мало кто может это делать. Блин, какие у тебя за умные слова? Ну, я учился у самых лучших хоккеистов. Ой, давай, где ты там учился? Запусти свою суперпрограмму. Как она там называется? Что за программа? Сквозь стены проходить? Ага. А зачем тебе зеленка, Бигвар? А, на танка? Знаешь, если пришлют, я тебе скину. Паладин. Я просто сегодня пулила, мне там штук 30 шмоток упало. Ну так там было, блин. Я сейчас придумал свою в стиле Кличко. Если вас хотели обидеть, не обижайтесь. Возможно, обидеть хотели не вы. Нет, возможно, обидеть хотели не вас. Но вы были обижены. Yes.
Это стиль. Я только знаю такую фразу, да, я цель. Что-то... Да, есть такой путь. Па. Это что такое? Этот рейдер больше не с нами. А, да. Угу. Много что было сказано, но мы ничего не увидели. Вообще ничего не видел. Она просто ливнула и все. Ёбнулась. Ну а чё? Офнулась. Мне послышалось, ёбнулась. Ну ты ужасный, конечно. Ты хоть слышал от меня таких слов? Вот поэтому я засмеялся. Блин, кто-то её фиряет, я уже забыла. Сколько кто-то фиряет? Войт. А ну, иди сюда, делать нечего. Иди сюда, зелёнку отдай. Ну или грубот поставь, я уж не знаю. Дай мне на танка 180. Ты ездишь там? У тебя нет сейчас? Сейчас нету. Сейчас у меня есть кольцо на хило. Такой 170. И кольчуга дух. Но я думаю, не будет. Они фиряют, фиряют. Молодцы. Пусть фиряют. Я забыла, что фирять. Каждый КД фиряет. Я кидаю стан. Невосприимчивость. Знаешь, как руки тянутся ддшить? Я чуть так устала. Я последние 2.5 года только и делала, что хилила. Там 5 лет подряд хилил? В одном видео. Вот спугаем мы, кстати... А я нет. С пугами мы вот это место проходили, 25 стаков нормально держали. Ну, на 26 стаке все померли. Ой, это вообще... И креветочку. Он креветка очка. Я предлагаю сыграть в города. Этот босс легкий. Давай, начинай. Осло. За каждый город мы будем с тобой ГП получать. Давайте поиграем в боссов. Но чумно. Я уже бью. Я крылья поржал. Бьет он. Лужа, да не в небес. А. Че еще можно поржать? Шо? На N. Кто на N называл?
Норники. Нижний Новгород, типа. Мы играем в босса, алло. А боссов на N, N, N. Но чем на... Вот мы и зациклились. Давай на икратку. Не Фариан. Вон там парень говорит, Нанзот. О, Нанзот. На Т. Да, Тагариус. О, Тадиус, нифига. На С. Я по РЛ. Синдрагоса. На А. А, посол, молодца. Опять на С. Так, такой босс есть? Я не знаю. А, блин, да, кстати, Арас. Кто такой Арас? Вы играете в слова на боссах, что ли? Блин? Да. Давайте я на А тогда буду. Давай на А. Только из ЛК или вообще можно? Вообще всех. А ну Барак уже парень сказал. Давайте. Аллар. Аллар. Нет, не пойдет уже на А. Ну Барак сказали. Так он... Ой, на К. А, на К, Келтузар. Молчим, хилим. Келтузар. Да я хилю, я уже все сосредоточен максимально. На так, Келтузар. Сейчас скажу. Он на Д заканчивается. А, этот. Дарин на Б, что такое, нет? Да, нет, Дарин это из лора, это чуть другое, не? Не, подожди, Дарин Маргрейн, ну что, что не так? Это не нет. Просто череп. Нет такого босса, что ли? Да нету такого. Нет, да. Это отдельно Локи у ДК стоит. Дева скорби. А, это СРЛК. А, есть такой. Я. А, и. Да, я так не могу. Или и. Дан. Ингвар, вон. Ингвар первый был, на Р. Я следующий. R. Кто угодно. Сейчас. Я уже сказала. А что ты сказал? Рагнарос. А, Рагнарос. Окей, Солариан. Солариан, это из крепости Бури, если что. Не знаю. Они не нужны. На N. Вообще есть босс? Да. В Вон этом рейде. Кто это назвали? Не знаю, кто это. Так. Я тело так не изучил. Фариан. Был вроде как не Фариан. Ребят, у меня интернет офф, он стоит Огнидыч. Ну, сейчас я интернет переключу, попробую. Так, там снова на N, я тогда скажу начальник кузни Гарл, какой-то там, в этом, в яме Сарона. Да, заканчивается он на Х. Гархлад на Д. Д. На Д. Давайте. Мастера лора. Сейчас, погодите, босс закончится? Бой закончится? Я поищу. Приключения. Вот же Динатри это не полное имя, по-моему.
Все, дальше можно? Короче, драка с дознавателем. Это в Окулусе такой первый босс. На L? Да. Леди Смертный Шепот. Отлично. На Т. Тираний. В яме Саран. На Е есть еще босс. На Е кратко есть босс. Еще один. Йог Саран. Йотунхейм, не знаю. Йотунхейм, это вы чуть-чуть не туда зашли. Не знаю, блин. Йог Сарона, по-моему, не знаю. Здесь какой-то Йогмун. Йор. Гробница маны. Нет. Окей, давай на Р тогда. Резуви не подойдет, потому что он инструктор. На R. На R. Сейчас, минутку. Забью в интернете. Да. Дальше. Напишите, кто не знает тактику сразу. Плюсик поставьте. Она от десятки чем-нибудь отличается, нет? Нет, не отличается. Значит, да. Кельталец. Инвизор. Мне Российская Федерация только в голову лезет, если честно. Вот это задачка, да? Ривендер. О, Ривендер. Но он барон. Да, он барон, кстати. Но он же Ривендер. Барон — это титул. Ой, ты будешь тактику рассказывать? Я могу рассказать. Один мелик, не знаю. Я нашел, короче, Ракман Трискун. Это в ниже тактики. Все, стопаем. Шаманов перекинь, пожалуйста, в пати к миликам, чтобы мы тотемы ставили. Помню, когда будет вторая фаза, телепортация, мы будем бегать. Бегать и подальше от босса. Босс раз, две, три секунды бьет вас по 10 тысяч. Если вы сдохли, вы сами виноваты. Никто не будет останавливаться, и вас никто не собирается. Геру. В одной комнате сидите. Я пока не могу прочитать.
Да, я не знаю, ты глянь, где я умер. А вы пробовали когда-нибудь не ставить метки? Вы все равно не можете их нормально поставить. Мы вон на классике, когда играли, всегда без меток бегали. Метки только сбивают. Я не ориентируюсь. Зачем? Зачем их вообще ставить? Милики из них тоже бегают. Которые... Давайте его после босса поговорите. А то тут на танка гляньте, у него почти лоу хп было. Не знаю. Ну потому что все сдохли, что я сделал? Так а смысл в метках, если вы их криво ставите все равно? Это путает людей. Они криво стоят. Они вообще тут не нужны, в принципе, эти метки.
Фулл бафы дайте по рейду. Паладин и лапку там. Ставлю Дживса. Дисконнект, да? Подарок. Блин, вот это обидно, слушай. Ну да, легко шли. Ни одной ошибки. Кроме спор. Креветка пишет, что ему нужно уходить. Вот.